всех присутствующих сегодня мужчин с замечательным Днем Защитника Отечества. Вырезали эти куски и данный анонс вставили в акт. Держать в секрете этот доклад до указанного часа. Такие права, как свобода выражения мнений, свобода собраний, свобода объединений нарушались в стране систематически. Хорошо. Спасибо всем. Еще раз, как сказал Сергей. Мы говорим также о нарушении прав человека в отношении активистов ЛГБТ. Мы упоминаем об изъянах российской системы правосудия. Понятие «справедливый суд» остается только теоретическим в России, и это является предметом нашей глубокой озабоченности. Как уже упоминал Денис, проблема беженцев, она встала во весь рост для властей многих стран, для стран Западной Европы, и, естественно, это также и проблема для Российской Федерации, проблема глобальная, наша страна не выключена из этой проблемы. Были осуществлены купюры и приписки, которых в этих документах... Власти прилагают также все усилия для того, чтобы пространство интернета можно было контролировать как можно эффективнее. По сообщениям Роскомнадзора мы говорим о том, что интернет-провайдеры блокировали тысячи сайтов и тысячи страниц в всемирной паутине. Пример подтверждения свободы, подавления свободы выражения мнений – это недавняя история с Екатериной Вологжениновой. Обычный человек, который перепостил на своих страницах в социальной сети сатирическую информацию в отношении конфликта в Украине. Затем я расскажу о том, что происходит с правами человека в российском. Шагам было то, что все опаснее становится для журналистов отражать точку зрения, которая осматривается как пророссийская. Журналист Олесь Бузина был застрелен. При этом министр внутренних дел очень быстро объявил о том, что убийцы найдены, преступление раскрыто, назвал имена, при том, что еще даже не состоялось судебное разбирательство по этому вопросу. Журналист Руслан Кацаба, выступивший в январе в ролике на YouTube с призывом против конфликта на Востоке и с прямым отказом от мобилизации, оказался за решеткой сначала под следствием, сейчас он идет судебное разбирательство. Поэтому исследуйте, читайте, пишите, рассказывайте.